Каждый день сотрудники ГИБДД фиксируют до 5 нарушений. По каждому факту возбуждается административное производство. Виновникам грозит штраф в среднем 3000 рублей. Акция «Автобус» бессрочная. Стационарные посты размещены на въезде в Анапу со стороны Новороссийска и у санатория «Россиянка». Передвижные патрули работают на конечных остановках маршрутов по пути следования автобусов. Сотрудники ГИБДД проверят, всем ли необходимым укомплектован автобус, хорошо ли читаются номера и надписи с указателями маршрутов. На своих местах должны быть поручни, исправны сиденья и двери. В порядке техническая и разрешительная документация, а ее немало. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно от тех состояний посмотреть транспортное средство? Сегодняшний рейд мы проводим, смотрим наличие информационного обеспечения в салонах автобусов, работоспособность бегущей строки и автоинформирование об остановках. Ну и, соответственно, санитарное состояние автобусов. Особое внимание в преддверии новогодних праздников к соблюдению всех правил по безопасности перевозки детей. С начала года по подобным случаям было возбуждено 25 административных дел. Тенденция на уменьшение, но бдительность, говорят сотрудники ГИБДД, терять нельзя. Проверки будут продолжены и в следующем году. Никита Бойко, Константин Чиганов, Роман Беркалиев, Анапа регион.